мы дальше продолжаем. Да. И уже мы знакомы с Кириллом. Он присутствовал в первый день. Практически открывал Кирилл вместе со своим сервисом, причем очень важным и нужным для бьюти-индустрии, для индустрии красоты, для всех салонов, которые представлены здесь, франшиз. Неважно, где вы находитесь, в Москве, в Владивостоке, в Калининграде, все это необходимо для вас. Я думаю, что мы здесь, так как мы знакомы, сейчас ты вкратце, Кирилл, расскажешь, наверное, буквально там в одну минуту, кто вы и как, и уже можешь, в принципе, просто приступать, и у тебя есть небольшое количество времени в первом нашем круге для того, чтобы представить, потому что здесь мы не то чтобы увидим мастер-класс, сколько мы увидим презентацию отличного ресурса. Тебе слово, пожалуйста. Да, всем привет. Мы уже в первый день познакомились. Вкратце я расскажу, что такое Y-Clients. Мы, естественно, занимаемся автоматизацией бизнеса всей сферы услуг, не только салонов красоты. Салоны красоты, естественно, основные, конечно, наши клиенты. Несколько буквально тезисов. 9 лет на рынке, 20 тысяч активных клиентов уже работает с нами. И что самое интересное, в данный момент времени, прямо здесь сейчас, 80 тысяч специалистов зашли, залогинились под своими учетками и начали работу в Y-Clients. И прошу запомнить цифру, 8 миллионов записей ежемесячно проходит через сервис. К ней мы вернемся немножко позже. Кто такой я? Меня зовут Кирилл, я являюсь руководителем отдела продаж данной компании. Постараюсь сегодня простым, максимально простым языком рассказать, что это вообще такое и с чем это едят. И так как гражданин ведущий дал мне несколько минут, позволю себе поделиться с вами такой информацией, которая, в принципе, для индустрии красоты будет интересно. Вот. Прежде, это мои контакты. Если вдруг какие-то вопросы у вас остаются, можно писать либо в инсту, либо на телефон. Ночью прошу не писать, но я отвечаю на все, что пишется, только единственное, бывает долго. И побежали. Первое. Так как с нами работают достаточно крутые клиенты, да, это все лидеры рынка, мы обладаем некой экспертизой. Вот, мы любим очень собирать различные цифры, и все, что на рынке появляется, у, естественно, у этих крутых ребят, мы стараемся сразу же реализовать. Поэтому буквально две цифры, которые по всей сфере красоты будут очень интересны. Первая цифра – это средний чек по услугам. Причем здесь есть выборка всех основных регионов, да, то есть где представлены наши клиенты, а их, как я уже говорил, 20 тысяч, на сегодняшний уже более 20 тысяч, и 912 рублей. Вдумайтесь, 912 рублей средний чек по всем услугам. Это много или мало? Предлагаю вам немножечко сегодня порассуждать на эту тему. И вторая цифра, не менее важная, это средний чек по товарам, где Москва занимает первую строчку с средним чеком почти в 2000 рублей. Санкт-Петербург где-то в десятке, да, именно на восьмом месте, что тоже заставляет немножко подумать. В Москве покупают больше товаров. То есть товары у нас продавать умеют, а вот стоимость услуг, к сожалению, пока низенькая. И прежде чем отдам слово, мы сегодня поговорим о трех задачах, как, собственно, и в первый день. Сегодня постараемся пошире открыть решение этих задач. Первая задача у нас будет касаться клиентов, которые к вам приходят в салон. Вторая задача будет касаться людей, которые работают в этом салоне. И третья задача будет касаться тех ребят, которые организовали вообще весь этот процесс. Да, именно нашли помещение, наняли людей и пригласили туда клиентов для того, чтобы оказать услуги. Вот. И первый слайд, с которого стоит, наверное, начать упоминание, это онлайн-запись. И онлайн-запись на сегодня, за 2019 год достигла отметки 25%, то есть 25% клиентов перешли на данный формат единожды или более 5 раз. Если быть точным, мы берем 1000 человек, 250 из них перешли на записались единожды онлайн, и почти половина осталась на этом формате навсегда. Вот. А почему, я расскажу в следующем круге. Ну, заинтриговал, на самом деле. Спасибо, да. Я могу сказать, что я вхожу в эти 25%, потому что по телефону не всегда руки доходят до того, чтобы позвонить, отменить, перенести. А вот здесь ты заказал.
услуга непосредственно, у тебя ответственность есть какая-то. И, наверное, вот. С телефона, да? Конечно, 7, с телефона. 76%. Конечно, еще и в машине, еще и за рулем, чтобы побыстрее все, потому что время – деньги. Спасибо, Кирилл, очень интересная тема. Я думаю, что мы еще не просто вернемся, а узнаем, что же как бы дальше, какое развитие, какие секреты ты расскажешь, какие советы ты дашь всем представителям и всем тем, кто к нам присоединился онлайн. Мы движемся дальше. Да, Кирилл нас... продолжит сейчас общение. Итак, интрига, друзья, 25%, напомню, 25% пользователей, клиентов заказывают, бронируют в салонах красоты с помощью определенных форм, мобильных приложений. И этих людей становится все больше и больше. Так что Кирилл больше расскажет с практической точки зрения, покажет цифры. Я немножко посвящен в это и уверен, что вам, друзья, будет очень интересно. А также для тех, кто еще не имеет с собой интернет-онлайн-регистрации, которая находится у людей здесь, тоже можете обратиться к Кириллу, он вас проконсультирует. Кирилл, тебе слово, пожалуйста. Да, как обещал, почему же цифра достигла такой отметки, 25%? Естественно, первой причиной является запись в ночное время, а именно не полностью ночью, да, как только салон закрывается у нас в 9 часов вечера, если вы посмотрите желтенькие столбики, это как раз таки онлайн, синенькие это офлайн, с 9 вечера и до 10 до 9 часов утра люди записываются онлайн. Почему? Потому что салон красоты просто физически не может поднять трубку. Ну, там никого нет, никто не работает в салоне. И второй момент, самый интересный, что даже в будние дни желтенький столбик приближается к синему. То есть в будние дни, когда люди сидят в офисе, едут в метро, в пробке, не знаю, находясь где-нибудь в ресторане, как только мы вспоминаем о стрижке либо о любой какой-то другой услуге, человеку необходимо иметь возможность записаться. Так вот, дальше мы сейчас поговорим о тех источниках, о которых, наверное, вам нужно позаботиться. Я уверен, что большая часть тех, кто слушает, и те, у кого есть салоны красоты, не представлены не на всех этих источниках. Но прежде мы пробежимся по основным задачам. Почему онлайн-запись на сегодняшний день пользуется такой популярностью? Первое, мы выяснили, ночное время. Дальше, клиенты стали самостоятельные. Если мы возьмем и переведем все на себя, фактически мы не любим, когда нам на телефоне там начинают накидывать какие-то различные временные диапазоны, когда я могу прийти. Мне дико некомфортно спросить, сколько это все будет стоить. Я не до конца уверен, тот мастер, которого мне посоветует администратор, крутой он или нет. В случае с онлайн-записью я могу делать это все самостоятельно, потому что я вижу фотографию человека, я вижу его описание, если владелец позаботился, я вижу отзывы тех клиентов, которые к нему приходили. И самое главное, если мои планы чуть-чуть изменились, я могу сам повлиять на то, как эта запись дальше себя поведет, то есть отменить ее, перенести и так далее. Ну и, конечно же, я всегда должен быть в курсе бонусов. Да, то есть кэшбэк какой-то, есть он у меня или нет. Все эти задачи на сегодняшний день должен закрывать виджет онлайн-записи. Это очень важно. И вот о чем я говорю дальше. Сейчас ограничение записью идет только сайтом. Я не знаю почему, но в приоритете, то есть поставили кнопку на сайт, да, или там какую-то форму обратной связи и думают, что дело решено. Нет. Наши клиенты сегодня современные пользуются дубль ГИС-карты, это регионы, да, Яндекс и Google карты, Москва, Питер и основные миллионники. Естественно, там чат-боты, мессенджеры, все эти каналы можно сегодня задействовать для того, чтобы забирать клиентов под себя. И чем в больших интернет-ресурсах у вас будет возможность дать клиенту эту возможность, тем с большей долей вероятности клиент запишется, а не пойдет к другим ребятам. И сейчас на основных мы остановимся чуть подробнее. Первый – это социальная сеть ВКонтакте, самый недооцененный, наверное, источник записи. Потому что наше поколение, поколение Y, уже в данной социальной сети мало пребывает, но впереди поколение Z, которое сейчас начинает активно изучать, естественно, эту социальную сеть. И плюс, конечно же, ну, там, Instagram и ВКонтакте. ВКонтакте до сих пор там переписываются, паблики, какие-то стены. Поэтому исключать данный канал нельзя.
Тем более, что, условно говоря, iClients предоставляет такую возможность, когда клиент записался через ВКонтакте, то напоминание ему придет тоже ВКонтакте, в личку от имени вашего сообщества. Это очень крутая интеграция, очень классно. Бежим дальше. Google карты, Яндекс карты, 2GIS. На примере привожу по Google картам, потому что данная интеграция эксклюзивно есть только у нас, и мы не так давно, в конце прошлого года ее сделали. Что она позволяет? Она позволяет клиенту, найдя нужный салон красоты или же там барбершоп, мгновенно записаться прямо здесь в картах. Причем информация из электронного журнала о свободном времени будет подтягиваться ежесекунда в Google карты. То есть клиент будет видеть реальное свободное время на картах. Тоже касается Яндекса, тоже касается 2GIS. Поэтому если вас там еще нет и нет возможности записаться через эти карты, делаем себе пометочку, пойти проверить, узнать, как это сделать. Чат-боты. Новая современная штука. Честно говоря, себе задаю вопрос, стал ли я записываться там. Ответ нет. Да, но просто я не целевая аудитория данного вида записи. Но есть люди, которые пользуются. Более того, на некоторых конференциях, общаясь с владельцами, сами владельцы говорят о том, что это прикольно, это круто, ты же общаешься с роботом, тебе сразу... Нас к этому приучили банки. Когда мы сейчас обращаемся в банк, в чат, да, там, не знаю, кому угодно, задавая вопрос, первое, что предлагают, это общение с роботом. Если робот уже не закрывает наши потребности, переходит в формат человека. Тут то же самое. Все то же самое и даже немного проще. Узнать, сколько стоит, когда свободное время и что там вообще за человек будет стричь, позволяет чат-боты легко и просто. Онлайн-визитки, немножко на них остановлюсь, ни в коем случае никакая не реклама. Об этих ребятах уже многие кто знает, это Y-Link и Tap-Link. Что они дают? В Инстаграме есть только одно кликабельное поле, куда мы можем нажать и что-то увидеть, да, кроме Инстаграма. Так вот, ребята, которые предоставляют эти онлайн-визитки, дают возможность сделать в это кликабельное поле некую такую визитку компании и в нее уже вшить все источники, которые есть, типа там WhatsApp, Telegram, онлайн-запись, сайт и так далее. Финалом будет являться следующий момент. Онлайн-оплата, опять же, к этому сейчас никто не привык. Мы уже об этом позаботились. И если говорить, я не знаю, есть ли здесь ребята, которые занимаются наращиванием ресниц, то для них это самая главная боль, потому что услуга стоит миллион, да, там 20-30 тысяч из норки, из соболя, 9D, 8D, там такие услуги просто жесть. Еще это все длится часов по 5. Поэтому, если клиент не приходит, да, у него там планы изменились, это фантастическая потеря для салона красоты. Этот инструмент уменьшает риски неприхода клиента, потому что он уже деньги заплатил на этапе онлайн-оплаты. Это очень важная штука. Если у вас ее нет, опять же, нужно изучить, спросить, как, что, где. У нас наша команда уже об этом позаботилась, и клиент, никуда не перемещаясь, прямо из виджета начинает просто вводить номер карты, и денежки падают к вам на расчетный счет. Это очень круто работает. Финалом данного блока будет являться мобильное приложение. Это не только удобство для клиента, это больше, наверное, даже система лояльности к вашему бренду, потому что каждая уважающая себя на сегодняшний день компания выпускает мобильные приложения, и клиент, если он к ней относится тепло, с душой, естественно, он ставит, потому что это всегда здесь, в кармане, не нужно искать, как там Инстаграм, как же он был записан, или что там за сайт. Легко и доступно современно. Конечно, да, конечно. Да, соответствовать трендам. Конечно, это и очень... это еще и бесплатные уведомления. Бесплатные уведомления. Это вообще, да, согласен. Сказка. Согласен. Вот, по первому блоку, наверное, все. Спасибо второму блоку. Третий будет более короче. Друзья, спасибо огромное, что вы уделили время Кириллу. Мы идем дальше. Кирилл рассказал о IT-внедрениях в тренды 2020 года. И правда, сегодня мир настолько цифровизован, что мы просто не имеем права отставать от этого. Мы должны иметь уже свое собственное приложение, мы должны иметь свои какие-то пуш-уведомления, какие-то воздействия с помощью телефона на наших потребителей. Для тех, кто сейчас находится и все-таки собирается посетить нас, на первом этаже находится стенд, в котором находится Кирилл, находится
находится команда, которая рассказывает, показывает. Второе, это телефон Кирилла, который можно сейчас записать. И Инстаграм в директ пишете, он отвечает на вопросы, как он сказал, только не ночью. Ну, давай все-таки дадим возможность, но вот три кейса, которые вот точно нужны бизнесу сегодня. Финал — это клиенты. А что именно мы понимаем под словом клиенты? Это некий клиентский сервис. И в моем понимании работа администратора в салоне является одной из самых важных. В принципе, админ — это самый важный сотрудник в салоне красоты. И для него нужны, чтобы эта работа протекала максимально круто, ему нужны специально крутые инструменты. Первый такой — IP-телефония, интеграция с IP-телефонией. Потому что идеальный разговор админа должен звучать следующим образом. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Вижу, что уже 18 дней у нас не были. Вы что, решили выходить в другое место? А, вы, наверное, снова записаться к Алексею на стрижку, да? Кстати, пришла косметика, которую вы 3 месяца назад покупали. Может быть, забронируем под вас один тюбик, да? Потому что разбирается фантастическим образом. Кстати, а вы будете с ребенком и на машине? Давайте мы вам пропуск сделаем. Вот такой идеальный разговор. И он на сегодняшний день, в принципе, возможен, работая с, ну, своей клиент-карточкой, клиент, конечно. Почему? Потому что все данные, которые сотрудники собирают о клиенте, они вносят в карточку. Далее, перед приходом, они это все дело изучают и в разговоре немножко так нативно используют эти знания. При этом помощники всех сотрудников, автомобильное приложение. На сегодняшний день у администратора, у любого мастера всегда есть под рукой здесь мобильное приложение, и он может видеть, что вообще там происходит, да, сколько у него там сегодня записей и так далее. Финалом такой работы владелец должен оценивать возвращаемость. Круто ли эти ребята отработали, как отработал админ, как отработали мастера. Потому что мастер может быть на самом деле крутой специалист, он там и покрасил, и постриг классно, и ухо половинку не отстриг. Но что он говорит? Может быть, клиенты к нему не ходят, потому что что-то он, там, не знаю, жизненные свои проблемы ему изливает. Этот отчет по возвращаемости должен быть у каждого владельца, потому что привлекли 10 клиентов, вернулись 2. Алеша сидит, ему дали 5 клиентов, пришли 5 клиентов. Значит, Леша молодец, а Вася не совсем корректно работает. Поэтому проводим аналитику по возвращаемости. Ну да, то, что сейчас актуально очень. Конечно. И финал программы лояльности. У владельца спрашиваешь, есть скидки, кэшбэки? Говорит, нет, зачем? Зачем? Ну, 10% просто так дарить. Но если вдруг встанет вопрос о покупке 2 автомобилей, каких-нибудь, да, например, там BMW и Mercedes, неплохие же, да, обе марки, при этом денег одинаково, машины обе в одном классе, но эти ребята дают скидочку 10-15%. Ну, это понятно. Ну, логично. Да. Тут то же самое. Безусловно, одинаковых услуг нет, одинаковых салонов нет, но дать этот инструмент обязан любой салон красоты. Актуально, Кирилл, все актуально. Спасибо огромное. Слушайте, ну, вам благодарность за то, что нашли время и поучаствовали в выставке, в диджитал-выставке Trends of Beauty 2020. Да, надеюсь, успех уже не за горами. Совсем скоро вы внедрите свои системы. Желаю вам максимального успеха. Во все салоны красоты. Да, во все салоны красоты. Вам желаю, конечно же, в первую очередь, друзья, прислушайтесь к тому, что технологии, они уже здесь. Они уже наступают нам на пятки. Они уже даже нас опережают. Вы не подозреваете, как это вам нужно для вашего бизнеса. Спасибо огромное. Да, всего хорошего. Удачи. Да, идем дальше.